Дорогие друзья, скоро наступает 2019 год, хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать, конечно, в первую очередь здоровья, потому что самое важное в жизни, основное можно заработать, купить, как там, создать, а здоровье — это все-таки то, что наш фундамент. Я сам это осознаю, уже у меня тоже за 40, поэтому такой очень важный жизненный фактор. Хочется пожелать как можно больше позитивных эмоций, тепла, чтобы 2019 год сложился, может быть, даже лучше, чем 2018 год, если это возможно, конечно. Ну и хочется пожелать всем огромной удачи, потому что все-таки от удачи тоже очень много зависит. И хочется пожелать хорошего окружения, потому что окружение — это очень важный момент, и я думаю, что это тоже важный фактор в жизни. С Новым годом!